саженцы жасмина венечного, чубушник, Philadelphus coronarius, образуют большой раскидистый кустарник, который в высоту и ширину достигает около 3 метров. Цветение приходится на начало лета и длится около 3 недель. Цветет крупными кистями, состоящими из 6-7 цветков с сильным характерным ароматом. Растение – хороший медонос. Жасмин рекомендуется к высадке в городских условиях, так как легко переносит газоиды и загрязнения. Почва не требователен, лучше развивается на рыхлых и плодородных грунтах. Корневая система сильная, но нельзя допускать застоя воды в прикорневой зоне. В условиях постоянного затенения наблюдается обмельчание и сокращение количества цветков. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.